Фестиваль спорта для особенных жителей области. В Самаре прошли соревнования среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Они собрали более 100 юных спортсменов от 11 до 18 лет. Свои достижения они продемонстрировали в 5 дисциплинах. Это как раз тот случай, когда участие уже победа. В первую очередь над страшным диагнозом и над самим собой. Репортаж Юлии Север. Каждая игра здесь уже победа над недугом. Фестиваль среди детей с ограниченными возможностями здоровья в регионе традиционный. В этом году его участниками стали спортсмены из 20 муниципалитетов области. Три группы – инвалиды по зрению, по слуху и дети с поражением опорно-двигательного аппарата. Такие вот мероприятия, как сегодняшний фестиваль, они, ну, во-первых, это радость, это праздник, это новые какие-то достижения, это новые медали и возможность показать то, на что ты способен, несмотря на какие-то свои ограничения. В программе 5 видов спорта – настольный теннис, мини-гольф, шашки, дартс и стрельба. Для многих юных спортсменов этот фестиваль – первые серьезные соревнования. Спортом я занимаюсь, ну, не занимаюсь почти, только гимнастикой и на физре, а на соревнования я ездила первый раз. А вот в спортивной карьере Николая Яковлева этот турнир уже второй по счету. Раньше не удавалось занять почетное место на пьедестале. На этот фестиваль приехал только за победой. Я занимаюсь гольфом недавно, пытаюсь занять призовое место. Гольф – это тоже хороший спорт. Детишки с ограниченными возможностями здоровья даже не всегда поворачивается язык так назвать, потому что они преодолели все ограничения и приехали сегодня на наш фестиваль. Всегда с удовольствием соревнуются и определяются сильнейшие. В каждой дисциплине определятся свои победители. Личные достижения спортсменов будут суммированы в общекомандный зачет. Юлия Север, Александр Дмитриев, Новости губернии.